Приветствую вас, уважаемые партнеры, с вами Олег Помазан. И сегодня будет обзор по предстарту нового проекта от Дмитрия Воронова, который называется «Нова». Это бизнес-игра, вход в которую составляет 50 рублей. И каждое ваше место в проекте принесет 100 тысяч рублей. А также множество клонов и динамических ботов, так называемых волонтеров. При этом у нас еще предусмотрена трехуровневая реферальная программа. Старт проекта состоится 13 февраля 2023 года в 8 часов по московскому времени. Расстановка будет по дате регистрации. В проекте предусмотрена как автоматическая, так и ручная расстановка клонов с уникальной навигацией, а также революционная система динамических ботов, волонтеров. И такой системы нет ни в одном проекте. Все партнеры будут получать ботов по маркетингу, а также после старта будет возможность покупать ботов самостоятельно во все столы. Покупая или получая бота по маркетингу, они всегда будут становиться в вашу личную структуру в первое свободное место. Но исключительно только под живые места, то есть основные места или клоны. И под ботов никогда не смогут встать места партнеров. Боты никогда не сгорают, они постоянно будут у вас работать и перемещаться по структуре, закрывая как ваши места, так и места партнеров. Например, в столе в первой линии у вас бот закрывает последнее место. И как только вы активируете клон, или к вам придет личник, или перелив от вышестоящих, то бот уступает место клону. И если это был ваш бот, купленный или полученный по маркетингу, то он снова отправится искать первое свободное место в вашей личной структуре по алгоритму сверху вниз и слева направо, и опять закроет место вашему клону или партнеру, и сразу произойдут начисления по маркетингу. Но если при этом бот не ваш, а был получен переливом, то после того, как бот уступит место клону или партнеру, он пойдет искать первое свободное место в структуре хозяина, который его купил или получил по маркетингу. Далее может быть такая ситуация, что у вас в структуре нет открытых мест как ваших, так и партнеров, и по всей линии стоят боты. И если в таком случае вы еще дополнительно будете покупать ботов или получите их переливом, то боты, естественно, будут становиться под ботов. Но при этом, если даже у бота закроется три места ботами, в следующий стол он не перейдет, а останется в этом же столе, так как боты по столам не переходят. И как только в вашей структуре появится клон или место любого другого партнера, то верхний бот уступает место клону, клон сразу закрывается и переходит в следующий стол. А бот, если он был ваш, то он будет снова искать первое свободное место в вашей личной структуре. Но если бот был чужим, то он пойдет искать первое свободное место в структуре своего хозяина. Таким образом, надо понимать, что чем больше будет у вас ботов-волонтеров в вашей личной структуре, тем у вас шире будет подушка ботов внизу структуры. И когда у вас будут активироваться новые клоны или заходить места партнеров, то благодаря большой подушке ботов у вас сразу будет происходить закрытие мест и переходы в следующие столы. Но и в других столах у вас также будут боты, купленные или полученные по маркетингу. Таким образом, с помощью ботов клон может быстро передвинуться по нескольким столам, получая прибыль, а также клонов и ботов по маркетингу. Итак, друзья, сейчас на предстарте, после активации тарифа, вы можете покупать клонов в неограниченном количестве в любые столы. И так как предусмотрен вход золотыми треугольниками, а у нас в столах одноуровневый тренар, то на старте сначала будут расставляться первые 4 места партнеров, то есть основное место и 3 клона под ними. И таким образом получится вход золотыми треугольниками. Ну а после того, как полностью пройдет расстановка первых 4 мест у всех партнеров, снова включится расстановка остальных купленных мест на предстарте и также по дате регистрации. Итак, друзья, перед активацией тарифа для начала пройдем весь путь, начиная с регистрации. Кстати, вверху сайта вы можете изменить фоновый режим на день или ночь. Ну а сейчас пройдем регистрацию. Прописывайте свое имя, фамилию, далее почту, логин и придумывайте пароль. Повторяйте пароль, принимайте правила, разгадывайте капчу и нажимайте «Зарегистрироваться». После входа в кабинет сразу рекомендую перейти в наши чаты и группы проекта, чтобы получать актуальную и свежую информацию о нашей бизнес-игре. После этого перейдите в раздел «Профиль» и пропишите ссылки на свои профили ВКонтакте и Telegram, а также номер своего кошелька Payeer, на который вы будете выводить свою прибыль. Для того, чтобы сохранить данные, справа нажимайте на зеленые кнопки. Также загрузите свой аватар. Фотография должна быть пропорциональной, например, 150 на 150 или 200 на 200. Также в разделе «Ферма» рекомендую изучить маркетинг, нажав справа на знак вопроса. Здесь вы можете самостоятельно изучить, что вам будет начисляться при каждом закрытии места в столах. Всего у нас в маркетинге 10 одноуровневых тренарных столов. Также, нажав «Подробнее», вы можете изучить информацию по волонтерам, то есть динамическим ботам, и здесь нажмите «Запустить анимацию». Также в нашем маркетинге для стабильного движения партнеров предусмотрена еженедельная абонентская плата в размере 50 рублей. На эту сумму вам система автоматически будет покупать клона, который встанет именно в вашу личную структуру в первое свободное место. А также вы получите волонтера, который тоже встанет в вашу личную структуру в первое свободное место. Ну а если на момент списания у вас не будет необходимой суммы на балансе, то ничего страшного не произойдет, никаких санкций не будет.
Все ваши места будут дальше продолжать работать и получать прибыль по маркетингу. А списание произойдет позже, когда на вашем балансе появится необходимая сумма. Итак, после изучения маркетинга перейдите в раздел «Финансы» и пополните баланс на необходимую сумму. Проект работает с платежными системами Pair и FreeCassa. Ну и после пополнения вернитесь в раздел «Ферма» и активируйте тариф. Таким образом вы купите основное место в первом столе. Ну а далее вы можете покупать клонов в любые столы. Например, я хочу купить клона в третий стол, выбираю грядка 3. Клон в третий стол стоит 120 рублей. Режим активации на предстарте рекомендую не менять. Сейчас покупайте пока только автоматических клонов, которые на старте будут автоматически становиться в вашу личную структуру в первые свободные места. Ну а после старта будете уже покупать ручных клонов и ставить их на выгодные позиции вручную. Также после старта будет еще возможность покупать волонтеров, то есть динамических ботов. Итак, я выбрал третий стол и нажимаю «Купить клона». Чуть ниже вы увидите свою статистику по местам и волонтерам, а также общую статистику по проекту. А еще ниже будет статистика по количеству купленных мест в каждом столе. На предстарте рекомендую прокупить хотя бы по одному месту до максимально возможного стола, а уже потом докупать клонов в каждую грядку. Сейчас я прокуплю по одному месту с 1 по 8 стол. В третий уже купил, сейчас выбираю второй стол. Нажимаю «Купить». Далее четвертый. Нажимаю «Купить». Теперь пятый. Далее куплю шестой, грядка огурцы, после этого седьмой, грядка перец. И на балансе у меня остается сумма для покупки места в восьмом столе. Нажимаю «Купить». Теперь в идеале по стратегии вы не должны обгонять спонсора по покупке мест в столах. А чтобы понять, до какого стола прокупился спонсор, перейдите на главную страницу и посмотрите, до какого стола ваш куратор первого уровня прокупил места. Если, к примеру, он прокупился только до пятого стола, то вы также до пятого прокупаетесь. И теперь уже следите за тем, чтобы вас личные рефералы не обогнали. Для этого перейдите в раздел «Рефералы». И здесь вы увидите статистику, в каких столах прокупились ваши личные рефералы. Для легкости просмотра нажмите фильтр «Ферма активна». Тогда система вам покажет только тех рефералов, которые активировали тариф. И вот если вы увидите, что ваш личный реферал прокупил больше столов, например, купил шестой стол, то, конечно же, куратора своего не ждите, а срочно прокупайте шестой стол. А желательно еще и прокупить седьмой стол. Иначе, если реферал прокупит стол, а вы его не активировали, то вы его в этом столе потеряете, и он при расстановке уйдет в структуру вышестоящего спонсора. Но при этом реферальные вознаграждения вы все равно будете от него получать. Ну и желательно спонсора уведомляйте о том, что нужно дальше срочно прокупаться. Потому что и спонсора невыгодно обгонять. Особенно, если у него большая структура. Например, если вы спонсора обогнали и купили шестой стол, а он только в пятом, то тогда в шестом столе вы уйдете в структуру более вышестоящего спонсора. А когда ваш спонсор уже позже придет в шестой стол, то он встанет в структуре своего спонсора правее вас. И все его личные рефералы, которые будут переходить в шестой стол, будут становиться в его структуру, где вас уже не будет. И вы именно в шестом столе потеряете помощь от структуры своего спонсора. Далее, в различных разделах, нажимая на аватары, вы можете посмотреть профиль любого партнера, всю его статистику и спонсорскую ветку. А в структурах или же в разделе «Рефералы» нужно нажимать на карточку, чтобы попасть в профиль партнера. Также в разделе «Рефералы» можете скачать баннеры любого размера и скопировать свою реферальную ссылку для приглашений. В разделах «Обучающие видео» и «Вебинары» будут видеоуроки и вебинары в записи. Ну и сейчас рассмотрим рекламный раздел. Здесь 5 марта начнет работать рекламная площадка, где все партнеры смогут размещать свою рекламу, от продажи которой будут начисляться волонтеры, которые будут становиться уже в общую структуру в первое свободное место. Таким образом, в глобальной структуре боты будут помогать всем закрываться, но в первую очередь они будут закрывать самые слабые структуры. И вот поэтому в нашей бизнес-игре можно заработать даже без приглашений, так как системные волонтеры будут помогать всем закрываться. Итак, друзья, на сегодня информации достаточно. Приходите на вебинары. Информация по ним будет даваться в чатах. И, кстати, среди присутствующих в вебинарной комнате всегда будут разыгрываться призы. Ну, а я вам желаю больших чеков. На сегодня все. С вами был Олег. Пока.